Привет, Вероничка, доброе утро. Вероничка будет сейчас кушать кашку. Ту мы доели кашку, решили попробовать новинку. Вот такой Nestle мультизлаковое яблоко-банан молочное с 6 месяцев. Нам уже через 3 дня 6 месяцев, поэтому мы чуть-чуть попробуем. Такую кашу Ярик ел до 5 лет, она ему очень нравилась. Смотрим, как Вероничка. Ну что, попробуем, малыш. Ну как? Ну, ротик не открыл. Вкусно? Надо сначала попробовать, да, малыш? Скажи, мама, чуть-чуть надо попробовать сначала. Вдруг невкусное что-то даешь. Ну, вроде бы. Вкусно? Да, понравилась кашка. Мультизлаковая, там много разных. Оп. И вкусная. Молодец, котенок. Молодец. Вот так. Носик тоже покушает. И ротики, носики, щечки, и подбородочек. Все покушает. Там, да, у мамы кашка. Там. Ну, надо, конечно, самой поучаствовать в процессе. И ручка покушает. Вероничка будет кушать сама. Дай ложку маме, дай. Кушает хорошо. Молочную кашу она уже пробовала, поэтому все нормально, думаю, будет. Пыталась помахать. Так. Пока. Покушаем.